Телеканали «Футбол-1» та «Футбол-2» і українська прем'єр-ліга домовились про передачу медіаправ на трансляції всіх матчів. Таке рішення більшості клубів УПЛ. Згідно з ним, наші телеканали отримали ексклюзивні права на наступні три сезони. Таким чином, «Футбол-1» та «Футбол-2» отримали статус офіційного телетранслятора прем'єр-ліги. Накануне мы получили из премьер-лиги официальное уведомление о том, что решением большинства клубов, клубы проголосовали за подписание трехлетнего соглашения с телеканалами «Футбол». Соответственно, с этого момента мы подписываем сейчас контракт с премьер-лигой и готовимся к организации матчей первого тура нового чемпионата. Если вы спросите меня, что касается тех клубов, которые проголосовали против или там вне регламентных норм подписали прямые контракты с другим телевещателем, мы ни в коем случае не стоим в конфликте с этими клубами и не собираемся с ними конфликтовать. У нас контракт с премьер-лигой, соответственно, именно премьер-лига будет решать с этими клубами, как разрешить эту ситуацию. Мы верим, что наверняка есть вариант, и он обязательно будет поддержан всеми, мирного урегулирования данного конфликта, потому как конфликтов было уже слишком много в украинском футболе, и сегодня нужно их критически минимизировать. Вы знаете, что мы выступили, в том числе поддержали инициативу создания комитета по этике. Вы знаете, что закончен многолетний конфликт между телеканалами «Футбол» и футбольным клубом «Заря». Я и генеральный директор клуба Сергей Рафаилов пообщались, признали, что в какой-то момент обе стороны, наверное, где-то перегнули палки, были неправы. И вот как результат уже в первом туре после матча «Ворскла-Заря» футболисты «Зари» и тренеры будут давать послематчевые флеш-интервью телеканалам. Каналом «Футбол». Вы знаете, что разрешен еще один конфликт между Сергеем Морозовым и Андреем Ермоленко. Стороны созвонились, поговорили. Сергей Юрьевич признал, что был неправ, извинился за излишние эмоции. Поэтому мы надеемся, что, к примеру, коллег из Луганской «Зари», в том числе, последуют и футболисты «Динамо», и тренерский штаб «Динамо». Я подчеркиваю, что телеканалы «Футбол» стоят на позиции за бизнес. Телеканалы «Футбол» стоят на позиции за бизнес-этику, телеканалы «Футбол» стоят на позиции за конструктив.